Итак, добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня для всех женщин женского рода опущение матки. Тяжелое это заболевание. Вообще-то это не заболевание. Это состояние организма женского. Это смещение органа, это мышцы и связки малого таза. Так как мы рассматриваем данное заболевание, либо данное состояние организма в целом, согласно восточной философии, пожалуйста, будьте внимательны, вы сейчас все поймете, я все покажу. Единственное, но вы должны дать четкий ответ. В каком состоянии три основных меридиана, которые контролируют гинекологию у женщин? Это меридиан печени, пожалуйста, смотрим внимательно, как простирается данный меридиан. В каком состоянии данный меридиан? Это меридиан почек, пожалуйста, смотрим внимательно, как простирается данный меридиан. Что он контролирует? Пожалуйста, пунктирная линия. Ясно, то здесь входит и малый таз. И это меридиан, самый важный для женщин, мало вообще женщин, кто обращает этот меридиан, это меридиан селезенки поджелудочной железы. Смотрим, что он контролирует. Пожалуйста, в каком состоянии данный меридиан. Вот вам три меридиана основных, которые контролируют гинекологию. А теперь вопрос, в каком состоянии ваши меридианы, которые контролируют вашу гинекологию. Многие не скажут, они слабые, вялые, либо они воспаленные. К этим меридианам мы добавляем орган поджелудочной железы, так как он контролирует мышечный каркас. Автоматически сюда добавляется меридиан печени, так как он контролирует связки и сухожилия. Понятно, да? Автоматически сюда добавляется состояние энергии инь и янь. Почему? Потому что живот это инь. Половые органы – это инь. В каком состоянии энергия инь и янь? Потому что отдельно не рассматривается энергия инь. Вот вам, пожалуйста, восстановите энергию инь и янь в норму. Восстановите эти три меридиана основных гинекологии, которые контролируют в норму. И что? И опущение матки не будет беспокоить вас. При слабости, вялости организма в целом, понятно, да, и диагностике 12 миллионов, точка С8 Шауфу, тонизируется, запомните, она тонизируется. И не забывайте, что сердце является хозяином всех внутренних органов. Матка это тоже орган. Только в каком состоянии эти органы? Вот это определяет диагностика 12 меридианов. При всей слабости, вялости 12 меридианов данная точка тонизируется. При всех воспалительных проявлениях в гинекологии данная точка расслабляется. Тем самым мы воздействуем на все внутренние органы. И согласно гинеколога последние, скажем так, исследования, что в опущении матки вообще-то участвует весь организм в целом. Вот вам и ответ. В каком состоянии весь организм в целом, в каком состоянии внутренние органы. Это может только показать нам диагностика 12 меридианов. Те, кто не знает, как работать с данными с точками акупунктуры, помните, правая точка тонизируется, левая седатируется массажными движениями. На следующее утро вы должны сделать все наоборот. С точками злоупотреблять нельзя, можно с ними работать раз в 3 дня. Спасибо за внимание.